День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы продолжаем изучать наш редактор онлайн Photoshop, который называется PixelR. Сегодня нашей задачей является изучение понятия слоев в Photoshop. Что такое слой, мы с вами можем разобрать на практике, создавая очень простую, доступную, ну, будем говорить буквально прямо элементарную открытку, которая будет посвящена 8 марта. Сегодня у нас 4 марта, поэтому 4 дня еще у вас есть вполне на то, чтобы вы могли создать свою уникальную поздравительную открытку, которую будет приятно получить буквально всем женщинам, которым вы эту открытку отправите. Для того, чтобы разобраться с понятием слоями, мы должны с вами создать новый рисунок. Для этого я вхожу вот в эту опцию «Создать новый рисунок». И в открывшемся окне называю свой новый рисунок. Рисунок я называю «Открытка». Выбираю размер открытки сразу же. Здесь предоставляется такая возможность и предоставляются стандартные размеры. Я выбираю размер 1024x768. Это размер, соответствующий YouTube. Вполне вероятно, эта открытка мне понадобится для съемки. Тогда она будет очень хорошо смотреться на моем видео. Пишу «Прозрачность» обязательно и кликаю «Да». У меня появляется моя база для открытки. Работать мы сегодня с вами будем вот с этой палитрой, в основном, которая называется «Слои». И будем работать вот с этой вкладкой эдитора, которая тоже называется «Слой». Все вот эти опции, которые открываются при нажатии на эту функцию, у нас с вами относится исключительно к слоям. Обратите внимание на то, что у нас, вот, например, здесь такие очень похожие опции на работу с изображением. Вот посмотрите, изображение мы тоже можем повернуть на 180, на 90 и так далее. Здесь у нас конкретно идут повороты конкретно указанного слоя. Прежде чем разобраться, как мы будем все здесь поворачивать и как создавать, давайте сначала разберемся, что такое слой. Я попробую показать вам на очень элементарных слайдах это. Представьте себе, что у нас с вами три листа бумаги. Бумага – это непрозрачная. На каждой листе бумаги у нас сделан рисунок. Если мы эту бумагу сложим в стопку, например, первый лист у нас уйдет с вами под второй лист, а третий лист мы положим сверху, то, как видите, мы с вами увидим только третий лист, или, иначе говоря, третий слой. Мы увидим только рисунок, который расположен на третьем листе. Ни второй, ни первый лист нам не будет виден. Если мы с вами посмотрим на эту стопку бумаги в разрезе, то мы поймем, почему мы не видим, собственно говоря, нижние листы. Потому что эти листы непрозрачны. Если мы с вами положим не листы с рисунком, а положим прозрачную пленку, на которой нанесен рисунок, то тогда мы через эти пленки можем увидеть рисунок, который лежит на ниже уложенной пленке, нанесен на ниже расположенную пленку. То есть мы с вами можем совмещать эти рисунки и создавать как бы один очень удобный и очень такой красивый для нас с вами рисунок. Итак, давайте теперь посмотрим, как мы это делать будем в нашем редакторе. При работе нам нужно с вами или создать рисунки удаленным фоном, так как мы делали на предыдущем занятии, или найти эти рисунки уже в наших поисковиках, в Яндексе, в Гугле, те рисунки, которые нам нужны для нашей творческой работы. Для того, чтобы создать очень простую, понятную открытку, я подобрала такие очень доступные картинки. Первая картинка, которую я буду использовать, это картинка «Пес и кот». Я буду делать такую практически детскую открытку, чтобы было все очень просто, легко и понятно. Обратите внимание на то, что ссылка у этой картинки – расширение PNG. Уже готовая картинка с прозрачным фоном. Копирую эту ссылку. И так как мы с вами делали тогда, когда загружали изображение, у нас вот
в этой функции есть точно такие же опции загрузки изображений. Но в данном случае мы загружаем уже изображение не просто в виде одного и целого изображения, мы загружаем его в виде слоя. Посмотрите, мы можем открыть изображение как слой и взять эту картинку уже готовую на нашем компьютере. Мы можем открыть URL изображения как слой, вот так, как сейчас буду делать я. И можем взять из библиотеки, если у нас такие картинки уже заготовлены в библиотеке нашего редактора. Я выбираю открыть URL изображения как слой. Ввожу сюда ссылку, кликаю «Да». Идет прогресс загрузки. И вот моя картинка загрузилась. Обратите внимание, что вот здесь на палитре слой появился второй слой. Первый слой – это тот, который мы с вами создали. Это был прозрачный слой. Второй слой – это тот, который сейчас я картинку загрузила. Слой, как видите, как мы уже говорили с вами, PNG – картинка изображения. Поэтому на прозрачном фоне, и мы видим опять вокруг нашего слоя вот эту вот клетчатую шахматную такую подложку, которая дает нам понять, что данная картинка у нас с вами на прозрачном фоне. Давайте мы с вами договоримся вот о чем. Чтобы вы не путали своим, задача ваша в первую очередь назвать каждый слой каким-то определенным оригинальным названием. Для того, чтобы это сделать, достаточно кликнуть дважды на название. И в данном случае я этот слой называю так вот «собачка». Слой создан. Еще один момент, на который надо обратить внимание. Работать вы сможете только с тем слоем, который у вас будет выделен. Вот посмотрите, в данном случае у меня выделена собачка. Я беру вот этот инструмент, который позволяет мне эту картинку передвигать. И вот я, захватив картинку, я могу ее двигать. Вот она. Но картинка очень большая. Для того, чтобы ее уменьшить, я делаю следующее. Мы с вами разговаривали на предыдущем занятии вот о такой опции. Свободное трансформирование. Я выбираю эту опцию при выделенном слое собачка. То есть я в данном случае даю команду работать именно с этим слоем. Выбрала. Посмотрите, вот у меня появились маркеры. Я начинаю этим маркером данный рисунок, данный слой уменьшать. Давайте мы его вот так вот уменьшим, чтобы это была вот такая вот картиночка. И вот я поставлю в центре рисунка, в центре своего полотна вот этот вот рисунок. Теперь помните о том, что ваш рисунок, ну, должен быть иметь, так сказать, какой-то такой художественный, такой профессиональный внешний вид. Вот для того, чтобы ваша картинка была в едином стиле, надо выбрать какой-то цвет яркий, которому должен соответствовать практически, ну, проходить такой красной линией по вашей открытке. Вот я выбрала вот такой вот ярко-фиолетовый цвет ошейничка. Что я делаю дальше? Теперь мне нужно, наверное, подобрать надпись для моей картинки. Ну, давайте, пусть она вот тоже будет такого вот фиолетового цвета. Я нашла ее в Гугле. Вот она, видите, в Гугле у меня такая фиолетовая картиночка, фиолетовая надпись. Она тоже в PNG. Вот она у меня, эта надпись. Я копирую ссылку этой надписи, захожу в онлайн-редактор и делаю следующее. Я опять захожу в функцию «Слой». Обратите внимание, что у меня сразу же при следующем действии, после уменьшения картинки в слое собачки, обязательно появляется окно подтверждения действия. Я кликаю «Да», я закончила работать с этим слоем и начинаю создавать новый слой. Опять с URL изображения, ввожу сюда ссылку, кликаю «Да». И вот у меня появился третий слой. Первый слой – это тот фон, который был у меня на открытке. Второй – это собачка. Третий слой, я его назову «Надпись». Это та подпись, которую я сюда загружаю. Посмотрите, она опять большая. Я выделила слой надпись. Беру трансформер. И начинаю ее немножко
уменьшать. Перетаскиваю ее вот в этот угол. Вот так вот. Еще можно немножко уменьшить, наверное, слишком большая. Вот так вот поставлю. Теперь для того, чтобы подвинуть немножко кошечку с собачкой в сторону, на них очень много надписей появляется, я должна сделать следующее. Я должна перейти в слой собачка. Ну, посмотрите, как только я кликаю на слой собачка, появляется окно подтверждения. Кликаю «Да» и начинаю работать со слоем собачка. Вот так вот немножечко сюда повернем, чтобы кошечка с собачкой были видны. Теперь надо каким-то образом празднично украсить. Ну, во-первых, наверное, в первую очередь надо сделать следующее. Надо на какой-то фон установить эти изображения, эти слои. Для этого я делаю следующее. Я выхожу в Яндекс, выбираю вот такой вот весенний фон. То есть он должен быть зелененький, там какие-то цветочки, солнышко должно быть. Я выбираю этот фон. Вот он. Беру эту ссылку, захожу в онлайн-редактор и создаю очередной слой. Загружаю этот слой с URL, кликаю «Да». У меня загружается этот слой, но посмотрите, этот слой у меня закрыл собачку. Но первое, давайте я его вот так вот переименую, что это фон, чтобы я знала, что это действительно тот фон, с которым я работаю. Во-вторых, я хочу посмотреть его размер. Посмотрите, вон куда у меня ушли цветы. Я, в принципе, не против их туда убрать, чтобы они, вот как-то этот фон был более такой завязанный на небо и на зелень рядом с этой надписью. Как видите, я хочу поправить надпись, но я не смогу ее поправить до тех пор, пока я не перейду в слой надписи. Вот теперь у меня двигается надпись. Я вот этой травкой в надписи закрою вот этот левый угол. Посмотрите, достаточно удачно получилось, потому что цветы одинаковые, что в надписи по цвету, что нарциссы на фоне. Хочу еще фон немножечко сдвинуть. Давайте вот так вот вниз я его немножко уберу, чтобы было более четкий рисунок. Вы должны помнить о том, что на рисунке не должно слишком много быть деталей. Опять выхожу на надпись и смотрю. Вот видите, 8 марта буква М как бы срезана. Вот я на этот срез вот так вот и оставляю эту картинку. Итак, теперь посмотрите, у меня нет собачки. Она пропала, собачка. Что мне надо сделать? Обратите внимание на палитру слоев. Видите, в самом верхнем положении стоит слой надпись. За ним стоит слой фон. И третьим стоит слой собачка. Вот для того, чтобы у меня появилась собачка, а фон у нас получился практически непрозрачный, мне нужно из-под слоя фон вынуть, переместить вверх слой собачка. Я левой кнопкой мыши выделяю этот слой и просто перетаскиваю его выше. И вот посмотрите, вот она моя собачка с кошечкой появились. Но здесь чего-то как бы не хватает немножко. Давайте мы сюда загрузим из библиотеки, заранее я загрузила, шарики. Захожу опять в слои. В слоях прошу создать новый слой, изображение, для которого я беру из библиотеки. Кликаю «Библиотека», захожу в папку библиотеки и выбираю вот такие шарики. Выбрала «Открыть». И вот у меня появились шарики. Шарики, в первую очередь, надо их назвать, что это шарики, чтобы было понятно. Теперь я могу с шариками работать. Вот я их подниму вот так вот повыше сюда, чтобы было такое праздничное настроение. Но обратите внимание, что у шариков вот эти веревочки в виде серпантина, они как бы закрывают собачку. Поэтому мне важно сейчас шарики, собачку поднять выше, чем шарики.
Вот так вот. Посмотрите, серпантин ушел с собачки, но собачка не перекрыла надпись 8 марта. Почему? Потому что слой надпись выше слоя собачка. Теперь обратите внимание на то, что вы можете, например, какой-либо слой перекрасить. Вот я хочу, например, сделать эти шарики фиолетовыми. Может, это будет не очень красиво, но я хочу показать вам возможности, те возможности, которые мы можем использовать в фотошопе. Самые простые пока. Итак, я беру вот инструмент пипетка. Инструментом пипетка я выбираю не такой вот яркий фиолетовый слой, а вот беру вот у этих цветочков такой вот нежный, понежнее фиолетовый слой. Вот он, фиолетовый слой, вот здесь в палитре с левой стороны у меня появился. Теперь в большом квадратике у нас отображается тот цвет, который в данном случае является рабочим. Теперь я беру вот такой инструмент, который называется замена цвета. Обратите внимание, что в данном случае у меня слой собачка открыт. И если я сейчас возьму замену цвета, то у меня будет цвет меняться у собачки, но ни в коем случае не у того слоя, который я хочу поменять, а я хочу поменять шарик. Поэтому прежде чем начать работать с заменой цвета, я выбираю слой шарики. Теперь я выбираю инструмент замена цвета и начинаю менять цвет у шариков. Вот таким вот образом, двигая этот инструмент, зажав его левой кнопкой мыши, я могу сделать вот эти шарики фиолетовыми. В принципе, я могла бы сделать частично фиолетовыми, частично оставить красными. Но уже теперь я до конца здесь это все довожу. А теперь обратите внимание, что я вот сейчас подвожу инструмент к собачке. Собачка у меня цвет не меняет. Она не меняет потому, что я работаю с пленкой, на которой нанесено изображение, со слоем, на который нанесено изображение шарик. Все, я свою работу выполнила. Пусть будет вот такая очень простенькая, очень элементарная, очень доступная открытка. Поздравление с 8 марта. Она больше похожа не на дамскую, а на то, чтобы эту открытку подарить ребенку. Итак, давайте прежде чем уйти, создать, вернее, эту картинку, прежде чем уйти отсюда из нашего редактора, давайте откроем еще раз функцию слой. Обратите внимание, что мы с вами не проработали такие возможности, как, например, дублировать слой, удалить слой. Но дублировать слой я уже не буду вам показывать, а вот чтобы удалить слой, посмотрите, как это делается. Вот этот слой самый первый, он мне практически не нужен. Я его выделяю и кликаю удалить слой. И видите, слой ушел, его уже нет. Теперь посмотрим, давайте дальше с вами. Вот эти опции мы сейчас будем с вами вместе решать, тогда, когда заканчивать работу с нашей открыткой. Я только не буду сейчас с вами работать вот по этим опциям, как стили слоев, трирование слоев и маски. Об этом мы будем с вами говорить чуть позже. Вот эти вот опции, я уже вам немножечко говорила о них. То есть вы можете, обозначив слой, ну, например, вот у нас сейчас фон обозначен, я кликаю «Повернуть на 180 градусов», видите, он у меня переворачивается. Я возвращаю его обратно, работая с журналом. То есть вот то, что, еще раз повторяю, то, что здесь у нас с вами, вот в этой функции, те опции, которые здесь предоставлены, они касаются только слоев. И работать вы с ними можете только тогда, когда какой-то слой у вас будет. Итак, теперь наша задача с вами объединить слои. Ведь мы должны создать целую открытку, чтобы у нас не двигались эти слои, чтобы они как бы крепились, эти слои. Вот для того, чтобы они скрепились, мы можем объединить выделенные слои, то есть выделить два, например, слоя и их объединить, эти слои. Но самое оптимальное объединение – это или объединить видимые слои, то есть те слои, которые сейчас у нас с вами видны, или выполнить сведение. Сведение – это тогда, когда уже все функции будут абсолютно задействованы. Сейчас мы с вами просто пишем «Объединить видимые слои». Обратите внимание на палитру слои.
Видите, у меня все слои объединились в один слой. И теперь, если я захочу открытку двигать, то видите, она движется у меня. Абсолютно все изображения, все пленки, все слои работают вместе. Итак, мы с вами создали вот такую очень простенькую открытку. Теперь наша задача ее сохранить. Выхожу в функцию «Файл», «Сохранить». Если я собираюсь сохранить ее на своем компьютере, мне предоставляется имя, которое я дала, отдала я имя открытки. Я могу выбрать здесь в данном случае и формат JPEG, и формат PNG. В данном случае у нас PNG будет весить больше. Вот посмотрите, сейчас JPEG 161 килобайт. Если я выберу PNG, то у меня получается 1031 килобайт. Поэтому лучше в данном случае выбирать JPEG. Я могу здесь качество поставить. 80 у меня сейчас единиц качества. Я могу его как бы улучшить немножко, да? У меня сразу увеличивается размер. Масса этой, вес, вернее, этой открытки. И я кликаю «Да» и сохраняю ее на своем компьютере. Если я захочу ее сохранить в библиотеке Pixlr, то у меня предлагается, имя остается прежнее, то, которое я дала. Папка у меня, я выбираю ту папку, в которую я хотела бы это сохранить. Я выбираю формат, опять же выбираю формат JPEG в данном случае и пишу «Да». И она у меня уходит в библиотеку. Вот таким образом, видите, написано, имидж сохранен. Вот таким образом мы с вами создаем открытку или другое любое изображение, используя понятие слои. Всего доброго, с вами была Смирнова Ирина.